Все жаловалась, у меня ничего нет. Посмотрите, какая крупная. Доброе утро, дорогие друзья. Здравствуйте, мои самые лучшие на свете зрители. Да, вот такие вот редиски я у себя выращиваю. Сейчас сюда чуть-чуть пройдем. Ну вот у меня это вход в дом. Да, у нас, кстати, очень сильно похолодало. Но относительно с той жары, когда было 35 в тени, сейчас у нас, ну, 20 градусов на улице, а ночью будет 9. Ну да, относительно холодно. Относительно, все относительно. Ну и хочу вот все-таки у своего клематиса сняться. Каждый год около него снимаюсь. Но правда красота. Красота. Просто необыкновенная красота. Кстати, я сегодня вся в таком свете. Моноцвет. Вам редиска с моего огорода. Все жаловалась, у меня ничего нет. Посмотрите, какая крупная. Да, вот такой редис я у себя выращиваю. У меня на огороде выросла такая дынька. И сейчас мы будем лакомиться еще и дыней. Спелое-спелое. Вкуснейшее-вкуснейшее. Дыня. Прям тает во рту, медовая. На самом деле, это не совсем так. И сейчас вы увидите, где я покупаю овощи. Поэтому я особо не переживаю, что приехала поздно. Такой редиски у меня нет. Вот я выхожу за свою калитку, прохожу буквально несколько шагов, и вот машина с овощами на моей же улице в конце. Ну, не здорово ли это? Да, далеко ходить не приходится. Нормально. Так, значит, наверное, еще. Ну ладно, все, не будем запутывать. Так, редиску одну. Теперь, значит, что-то я хотела еще кукурузы. Помидоры, огурцы, так, что еще там? Чеснок. Ой, помидоры, огурцы.